Первый этап обновления трамвайных путей в центре Ульяновска затронет участок дороги на улицах Спасская и Гончарова. Движение общественного и личного транспорта перекрыто. Трамваи номер 4 и 22 будут ходить через остановку Дамба, а маршруты номер 1 и 11 на время ремонта будут приостановлены. Изменения маршрутных автобусов мы провели, с вами все согласовано. То есть три маршрута у нас, которые ходили по улице Ленина, на время закрытия вот этого участка будет ходить по альтернативным улицам, по улице Спасской и Кузнецовой. Второй этап пройдет между улицей Гончаровой и переулком Комсомольским. Здесь дорогу перекроют с 16 июля по 9 августа. Третий этап будет закончен 16 августа. К этому моменту заменят участок дороги между переулком Комсомольским и Железной дивизии. В следующие выходные дни мы запланировали ремонт, то есть без замены, только ремонт трамвайного полотна на перекрестке Гончарова-Ленина. После этого будем движение перекрывать там частями по две полосы автомобильного движения. После этого сразу будет проводиться асфальтировка для того, чтобы в рабочие дни наши жители и автолюбители не страдали. Пострадают ли автолюбители, покажет время. Ремонт участка дороги по улице Индинская вызвал резонанс. В часы пик люди не могут добраться до места назначения. Администрация уверяет, в этот раз дорожный коллапс не повторится. Ремонт Индинской завершен на 70%. После того, как все работы по замене рельсовой решетки будут завершены на улице Индинской, уже дорожники, то есть подрядная организация, генподрядчик, приступит к асфальтированию межпутного пространства на трамвайных путях. И в том числе уже приступит к замене дорожного полотна на основной дороге по этой улице. В общей сложности в Ульяновске заменят около 6 километров рельсы шпальной решетки. На ремонт потрачено 50 миллионов рублей. Александра Никитина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.